Жанр скетчинга стал особенно популярен в последнее время. Картины, созданные в этом стиле, представляют собой быстрые зарисовки от руки, отражающие сиюминутное настроение автора. Как правило, скетч – рисунок без тщательно прорисованных деталей. На скетчинговых рисунках представлены иллюстрации города и жителей этого города. Скетчинг – это быстрые рисунки, нанесенные карандашами или же маркерами, которые иллюстрируют мгновенное впечатление художника, полученного от увиденного в этот момент. Работы, представленные в экспозиции выставки «Город, люди, карандаш», выполнены в разных манерах и с помощью различных материалов. Каждая картинка – это определенная история, момент, словно выхваченный из ряда простых будничных событий, который связан с тем или иным уютным уголком Севастополя и Крыма и с его жителями. Ну, как фотоаппарат, так же и художник с карандашом, с альбомом, скетчбуком запечатлеет какой-то момент, какой-то сюжет. Вот это, пожалуй, важная или основная, скажем так, идея скетчинга. Новая выставка соединила работы авторов творческого объединения «Мост» и Союза художников «Балаклавская палитра». Примечательно, что многие из них не так давно живут в Севастополе. Приехавшая из Санкт-Петербурга художница Ксения Прохорова уверяет, что крымская земля с ее солнцем и многоцветием дарит вдохновение круглый год, чего нельзя сказать о городе на Неве. Ее сиюминутное видение одного из известных мест Севастопольской набережной наполнено самыми яркими и в то же время нежными красками. Почему розовые? Потому что для меня эти цвета здесь как раз таки цвета весны. То есть это вид, который я увидела сравнительно недавно, гуляя по набережной. И место известное, и красивое. Там летали птицы, солнце садилось. И я увидела это все больше в абстракции, как-то в цвете, в фактуре. Работа выставки «Город, люди, карандаш» продлится до 9 мая. Вход для посетителей свободный. Экспозиция развернута на третьем этаже бизнес-центра «Царская пристань» по адресу улица Портовая, 17. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро.